Всем привет! Сегодня мы вместе с вами приготовим одно из самых вкусных блюд турецкого фастфуда, а именно тантуни. Уверен, многие, как и я, после приготовления этого рецепта останутся довольны. Итак, начинаем! Начнем с того, что добавим немного масла на сковородку и распределяем масло тонким слоем по поверхности сковороды. Количество масла зависит от выбранного вами типа мяса. В нашем случае используется говяжий фарш. Ставим сковородку на газ, газ делаем ниже среднего. Берем говяжий фарш и вываливаем его в сковороду. Распределяем фарш равномерно по поверхности сковороды. Распределив фарш, приступаем к нарезке лука. Лук нарезаем помельче. Также не забываем помешивать мясо. Мясо будет жариться около 25 минут, если это говядина или баранина, а если это курица, то около 15 минут. Также время приготовления мяса зависит от того, насколько сильно прибавлен газ. Прошло около 5 минут, добавляем наш лучок к фаршу и перемешиваем. Солим и перчим по вкусу. Перемешиваем. Готово! Выключаем. Не нужно делать фарш сухим. Нарежем пучок петрушки. Также нарежем немного лука. И помидорку потоньше. Берем булочку, разрезаем ее вдоль, но не до конца. И накладываем в нее мясо, оно еще горячее. Посыпаем красным перцем хлопьями, по вкусу. И посыпаем зира, или же по-русски тмин, тоже по вкусу. Немного посыпаем свеженарезанным лучком. И добавляем немного помидорчиков. Посыпаем сверху петрушкой. Делаем дальше. Сковороду не моем, а разогреваем. И кладем наш бутерброд на сковородку, чтобы его разогреть. Переворачиваем, так как здесь он уже горячий. Готово! Заворачиваем. Итак, что же в итоге у нас получилось? А в итоге мы получили блюдо, которое вас удивит своим вкусом и сочетанием разных вкусов. Такое блюдо готовится несложно и недолго, но зато, приготовив такие вот тантуни по-домашнему, можно очень хорошо побаловать своих домашних. Или же себя самого. Если вам понравилось видео или данный рецепт был для вас полезен, то не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и активировать колокольчик. Также напишите в комментариях свой рецепт лучшего фастфуда.
блюда. Всем приятного аппетита и до новых встреч!